Я Салай Василий Афанасьевич, родился 2001 года, 11 ноября. Проживаю в городе Буденновск и служу там же. Номером расчета. 27 февраля мы заехали на границу Украины. 20 февраля нам поступил приказ поехать на полигон Джанкой для учений, для проведения учений. После чего 27 февраля мы заехали, нам дали приказ встать на границе Украины на оборону. После чего нас завезли за границу, на территорию Украины. Мы проехали колонной в составе батальонно-тактической группы до города Новокаховка. Там мы встали, и когда мы хотели развернуться и поехать обратно, нам сказали, что обратно пути нет, что нас могут расстрелять наши же люди. Дальше нам поступил приказ сопровождать мосты, понтоны, после чего мы двинулись вперед. После того, как мы приехали в Новокаховку, я увидел, ну, правда, войну. То есть было очень много потерь среди мирного населения, среди, ну, в Российской Федерации солдат, также солдат ВСУ. Было, правда, очень много потерь. Я обращаюсь ко всем гражданам Российской Федерации. Штурмуйте военкоматы, частя военные, все. Не надо этой войны. Эта война, она бесполезна. Погибает очень много людей, и это не нужно.